Подпишись на Свинки Шоу. Всем привет! Сегодня буду давать моим морским свинкам пробовать впервые в жизни киви. Раньше они его не ели. Этот экзотический, казалось бы, продукт можно давать свинкам, конечно же, не каждый день, но иногда можно вот разнообразить рацион, порадовать свинок чем-то новеньким, и киви находится в списке разрешенных продуктов. Подписывайтесь на наш канал и будете узнавать много нового о морских свинках. Нашей компании есть о чем вам рассказать. Так вот, киви морским свинкам дается с кожурой. Для меня этот факт был удивителен, потому как кожура, ну, она ведь несъедобна, да? Но если свинки едят сено, травяные гранулы, то, наверное, эта кожурка им также придется по вкусу. Мне интересно, как на киви отреагирует Валик, ведь я выкладывала с ним фотки, когда Валик сидел рядом с киви и писали в комментариях, что Валик похож на киви, и что же получается? Валик киви ест киви. Какая-то странная история, но так вот получается. Дело в том, что киви каждый день, как я уже сказала, давать нельзя, по той причине, что киви содержит фруктовую кислоту. Кто ел киви, тот знает, что это довольно-таки кисленький такой фрукт. Так вот, фруктовая кислота, она может разъедать и раздражать кожу губ, вызывать тем самым хейлит и прочие неприятности. Арнольд у меня склонен к этой болячке, но Арнольд в первых рядах всегда бежит к еде, которая раздражает ему губки. Это еще могут быть яблоки, это могут быть помидоры, и киви тоже может вот таким раздражительным эффектом обладать. Но маленький кусочек не повредит, это заряд витамин, потому как сейчас у нас весна, а витаминоз наступает, и чтобы свинки свой рацион обогатили, получили что-то новое, я решила им предложить этот фрукт, а заодно рассказать и вам, что можно давать небольшой кусочек. Обратите внимание на размер, который я предлагаю моим морским свинкам. Можно было даже еще меньше дать кусочек, для первого раза особенно, потому как реакция организма может быть любой, но я вижу, что свинки мои умнички, они рассудительно подошли к вопросу питания сегодня и справедливо разделили между собой предложенную порцию. Я думаю, что им понравилось, судя по мордочкам довольным. Вот так вот вы увидели, как киви ест киви. И мы будем продолжать и дальше показывать вам интересные вещи о морских свинках. Оставляйте нам свои лайки и пишите в комментариях свои запросы для наших новых видео. А как же Толик и Кузя? Их еще не было в этом видео. Обязательно дождитесь, они также дегустировали киви, и вы обязаны это увидеть, просто должны. Свинкам понравился желтый лежак, я его не использую в стеллаже, он у нас лежит для съемок, для каких-то вот таких вот прогулок по дивану, они его начали делить и отвлекались от предложенной вкусности, но успевали как-то и поесть, и пообщаться между собой, вот такие вот удивительные у меня животные, еще и в видео успели сняться. Я так смотрю, что Валику понравился киви даже больше, чем Арнольду, хотя Арнольд любитель такой вот еды кислой всякой. И по той же причине, по которой киви не стоит давать очень часто, я не даю яблоки моим морским свинкам, потому что у Арнольда вылазят хейлиты, заболевания губ. Киви можно давать 2 раза в неделю, я думаю, не чаще, и я свинкам, как видите, вообще впервые его предлагаю. Толик и Кузя вообще не сразу поняли, что это съедобно и что это нужно есть. Ну ничего, покажем и им эту вкуснятину. Они же тоже должны поучаствовать в видео. Толик, на удивление, был резвее. Он так с удовольствием начал грызть кусочек, но отвлекся на внешние факторы. Он учуял, что лежит у меня рядышком вторая половинка киви, и отправился к ней. Она лежала за кадром. Я его вернула на место, потому как выделила свинкам небольшой кусочек, а он пошел к целой такой половинке. Это предназначалось для меня. Так что Толик хотел съесть мою еду. Киви все уже потом доедали вне кадра в стеллаже, так как я им недоеденные кусочки положила в стеллаж, чтобы свинки уже в спокойной для них обстановке доедали этот продукт, и они съели все без остатка, с той же кожурой,
такой вот волосатой, шершавой. Киви я предварительно вымыла, конечно же, потому как нужно же гигиенические профилактические меры также принимать. Все дается в чистеньком виде. Свинкам я не даю никакие огрызки, шкурки, даю полноценные кусочки. Это не только о киви, это речь идет также о других продуктах. И они у меня питаются, как вы видите, по-царски. Такая вот история на сегодня. Кузьке понравился киви. Пишите в комментариях, давали ли вы своим морским свинкам киви и как они на него отреагировали. Подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь в наш инстаграм, там выходят сторис каждый день. А также не забывайте, что у нас есть официальный фан-паблик ВКонтакте, где вы можете предложить фото своего домашнего питомца. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!